бессонная ночь – это огромный стресс, который сопровождается выбросом адреналина. Но заряда хватает ненадолго, ведь мозг-то не отдохнул. И в этом случае отсутствие сна нужно компенсировать ближайшую ночь, иначе нервные клетки просто сгорят. Отоспаться за всю неделю – не лучшая идея. Вы только собьете режим. Выход есть. Опытным путем определите фазу быстрого сна и приучите себя вставать именно в это время. Фаза быстрого движения сна, в течение которого человек видит сны, она очень важна для организма, потому что во время сна вообще, и в частности в фазу быстрого движения сна, происходят очень мощные механизмы соногенеза, то есть оздоровления организма. Если человек просыпается в фазу быстрого сна, он просыпается более легко и чувствует себя в течение дня более хорошо. Впрок тоже не выспитесь. Сон относится к потребностям, которые не реализовать с запасом. И если в течение года вы спали достаточно и соблюдали режим, то после суток на ногах все равно будете клевать носом. Во время сна идет очищение организма, потому что во время сна наиболее активно работают те органы, которые чистят. Это почки, это мочевой пузырь, это печень, это желчный пузырь. И если во время, когда организм должен чиститься, мы бодрствуем, то организм нехорошо от этого. Спортсмены говорят, мышцы растут во сне, а бодибилдеры вообще спят по 12 часов. Дело в том, что гормон, отвечающий за увеличение мускулатуры, вырабатывается именно в ночное время. А если его недостаточно, ваши дневные калории отложатся где не нужно. Многие люди, ведущие малоактивный образ жизни, жалуются на сложности с засыпанием, на плохой сон. При регулярных спортивных тренировках сон становится более полноценным и освежающим. Утром нужно тренироваться после завтрака. Промежуток времени 1,5-2 часа, то есть это будет оптимально. Не шокируйте сонный организм слишком ранними нагрузками и отсутствием завтрака. А успокоить нервную систему и хорошо заснуть после поздней тренировки помогут кардиоупражнения и растяжка. Отвыкайте листать новости перед сном. Свет от гаджета активизирует нервную систему и засыпать придется дольше. Также постарайтесь избавиться от всего, что навязчиво моргает вам индикатором. Обычно это ноутбук, принтер и телевизор. Новое исследование предполагает, что существует эффект плацебо сна. Стоит только поверить, что вы хорошо отдохнули и трудоспособность повысится. Но лучше все же действительно высыпаться и соблюдать режим.